Ирина Отиева объявила о болезни после выхода скандального шоу. В передаче Андрея Малахова «Прямой эфир» появился бывший любовник Ирины Отиевой. Он сообщил, что у певицы проблемы с алкоголем. На шоу показали и саму артистку, причем в весьма странном виде. Разразился скандал, Отиева прокомментировала шумиху. В студии программы «Прямой эфир» Андрей Малахов в гости говорили о том, что Ирине Отиевой следует помочь найти в себе силы бороться с алкогольной зависимостью. В сети поклонники написали певице добрые слова, не забыв книг представителей отечественного шоу-бизнеса, которые якобы не дают ей продемонстрировать все свои возможности. Поднялась такая шумиха, что Отиева, несмотря на годы молчания, выступила с официальным заявлением. Артистка обвинила команду Малахова в том, что ее снимали без разрешения. Ослы, халат и небрежно убранные волосы объяснила тем, что была больна. Я заболела, температура 38,3, в этот день ждала дочь и подругу. Звонок в дверь открываю, стоят два сотрудника Андрея Малахова с цветами. Я их узнала, пустила к себе как добрая армянка, со всей душой пригласила за стол, накормила, напоила. Если бы я знала, что это провокация, в жизни не сделала бы этого. Потому что все, что я говорила, было записано на скрытую камеру. Рассказала Ирина на своей странице в социальной сети Instagram. Артистка возмущена сложившейся ситуацией. Какая мерзость, подлость и гадость. Больного человека в халате и ночной рубашке использовать как материал для своего журналистского хамства. Только потому, что этот человек великодушен. Она не стала открещиваться от своих слов о коллегах. Да, все, что вы слышали в программе, это мои слова. 10 лет назад я действительно была в депрессии, когда меня предали мои друзья и коллеги. Об этом периоде я и говорила. Но эти люди извинились. И молодцы, 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 заключила исполнительница. Энтузиасты предложили подать на Андрея Малахова в суд, но артистка отказалась. Я воевать ни с кем не собираюсь, в суд на Малахова не подаю. Потому что это ниже моего достоинства, уточнила Ирина Отиева. Певица хочет, чтобы ее оставили в покое, это для меня никакой не шанс вообще. Я настолько уже офонарела от этого грязного мира, что мне хочется просто абстрагироваться. И чтобы меня никто больше не трогал. Мне не нужно ни цветов, ни интервью, вообще ничего. Отстаньте от меня, дайте мне спокойно дожить мою благородную жизнь. Цитирует Отиеву сайт «Комсомольская правда». При этом Ирина поблагодарила поклонников за заботу, внимание и поддержку. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Бывший любовник Аллы Пугачевой обвенчался с женой. Мюзикл публично оконфузился. Муж сорвался после вопросов о расставании с Гагариной. Облегающее платье выдало беременность Ольги Бузовой. Вызывает опасения. Хирург откровенно о резко изменившемся лице Пугачевой. И многое другое.